Ну, что тут рассказывать, все все видели. Была ужасная первая половина, вторая четверть больше, в которой не знаю, что случилось, но мы просто были ужасными. Они очень хорошо сыграли, и мы отстали 20 очков. Конечно, и потом против хорошей команды очень тяжело и много сил нужно, чтобы их догонять и догнать, но все равно мы хотели показать, что мы команда, что мы умеем играть намного лучше, и догнали их. Но, конечно, это очень много сил стоило. Даже имели шанс для победы, но, как говорит, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Просто не повезло нам сегодня в конце. Все. А вот какое было главное изменение по сравнению с первой половиной? За чего удалось доказать? Просто мы играли так, как мы договаривались перед игрой. Просто в первой половине, во второй четверти не играли то, что мы должны были и о чем говорили, и в защите, и в нападении. А потом как бы старались делать то, что говорил тренер, что должны были делать, и так начали сокращать вставание. Ну, в концовке вот чего все-таки не хватило? Ведь глупо говорить, что этого не хватило, вот этого одного броска, да? Ну, наверное, все-таки в другом кроется. Не, конечно, я говорю, очень тяжело догонять. 20 очков против хорошей команды, это много сил стоило. И в конце все равно был шанс, но вот этот, конечно, последний этот бросок, попали бы, выиграли, нет, проиграли, как и случилось, но если бы играли так, как во второй половине, во второй четверти, тогда, ну, не ясно, как там все сложилось бы. А договаривались бросать три именно или там по ситуации? Ну, было по ситуации, я сперва хотел, может быть, идти под кольцом, но не вышло под кольцом идти, и по ситуации тогда нужно было бросать издали. То есть, да, так как раз была твоя, да? Договорились, что ты будешь такой. Да, так, такое решение было принято. И так старались сделать. Спасибо.